А это влезет все? Что влезет? Вот она не могла не подремать. Вообще кошмар. Весь город. А что случилось? Такого не было, мне кажется, никогда. Ну, во-первых, никто не ожидал массового наплыва отдыхающих. Они что, не знали, что к нам поедут все регионы, да. Надо было запастись машину. Ну, что это? Она течет вся, она это. Их 10 штук осталось в городе. Да надо в этом году было 20, как минимум. Людей нанимать, блин, как-то на сезон готовиться. Ну, это же не дело. Мы по 15-16 часов работаем, а нам платят за 12 часов. Надо было подготовиться все. Они не думали, не... я и то знал, что к нам все поедут, ну-ка, регионы новые. Да нет, Луганска, ничего, думали. Надо же было подготавливаться. Не подготовленный вообще. Ну что это? Вот, она уснула уже. Но она и устала. С 3 утра уже масло кипит. С 3 утра я ее не глушил. После уезда машины ситуация сильно не поменялась.